Ванечка, тебе Николайчик оставил подарок под елочкой? Будем смотреть, что там, да? А, ну что там в коробочке для Бони? Что-то, наверное, вкусненькое. Ух ты! Сами сограм. А ну, открывай. Боня себя хорошо вела. Вкусненько. О, это мы и потом уже дадим. Это жидкий этот корм. А вы смешны? Угу. Так что Николай приходит не только к послушным деткам, а и к послушным собачкам. Сейчас будешь?